13-й Одесский кинофестиваль не сбавляет своих оборотов. Его рамка состоялась уже достаточно украинских премьер. Документальный фильм «Розы», фильм «Кабаре» не исключение. Это картина о том, как любовь, вера и искусство сияют ярко даже в самые темные времена. Героинями фильма являются 7 актрис, которые придумали проект «Duck Daughters». Их первое сценическое шоу «Розы» представило миру современную интерпретацию искусства кабаре. В это же время в стране разворачиваются события, ставшие началом эпохи значительных изменений не только в обществе, но и в сознании тысяч человек. Революция 2014 года и война раскрывают героинь в тонкостях характеров, мировоззрений и творчества. Так, звісно, це, мабуть, на першому плані історія про Україну і, як приклад, українських митців, які якось впливають на свідомість свого глядача, власне, дівчата, найяскравіший, мабуть, приклад з українських митців. Ирена и актриса за время съемок стали близкими подругами, но на работе все же лучше личное и профессиональное разделить. Поэтому иногда режиссеру приходилось отдаляться от девушек, чтобы объективно описать характер их героинь. Так, на каком-то этапе я мусила трошки відсторонитися, віддалитися від них, навіть зробити паузу в нашому спілкуванні для того, щоб якось відділити подруг від актриси, які зіграли певні ролі в цьому фільмі, обрати чітку позицію, чітку драматургію. Съемки фильма растянулись на 6 долгих лет. За это время менялись не только актрисы, но и обстановка в стране. Режиссер монтажа рассказывает о поставленной перед ним задаче – создать фильм, который пересмотрят через 10, 20 и даже 30 лет. 2 года упорных стараний, и конечным результатом режиссер фильма осталась довольна. Мені здається, що ми змогли виконати цю задачу. Вона була справді складна, бо 7 дівчат було дуже багато зйомок. Я дякую оператору за це. Краще більше, ніж менше завжди. І десь були зйомки навіть там, ну, концертні з 7 камер. Ми теж типу вибудовували спочатку концерти і робили секвенції з різних концертів, навіть одну ту саму пісню, але, ну, вибрали дівчат, щоб вони ж, звісно, по-різному співають кожен раз. Все кадры драматических событий начала 2014 года в нашей стране, которые использовались в фильме, снимались с места событий. Оператор рассказывает, что запечатлила его камера, не пожелаешь никому. Но профессионал должен оставаться профессионалом в любые моменты жизни. Перший раз дійсно страшно стало в січні місяці на Грушевського, да, коли з'явилися перші вбиті. Ну, тоді я вже зрозумів, що це не просто фестиваль, не просто карнавал, а це вже справжня війна. Ну, а потім, ну, якось, да, бували такі моменти, коли мені доводилось просто чорним тейпом заліплювати екран камери, просто щоб, ну, бути меншою, да, привертати увагу для снайперів. В дальнейших планах участие в европейских фестивалях и конкурсах. Режиссер фильма сознается, в последнее время творческую группу регулярно приглашают на знаковые тематические события. Такому ажиотажу люди искусства, безусловно, рады. Это показатель того, что дебют Ирены Стеценко удался.